Спасибо, что откликнулись на наше предложение воспользоваться участием заседания Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств для проведения встречи на троих, что позволит продолжить нашу совместную работу. Коллеги, Александр Леонидович, я в свою очередь также хотел бы отметить, что данная возможность на полях Ассамблеи, которая проходит в Душанбе, является хорошей возможностью встретиться и обсудить прогресс, который может быть достигнут в контексте постконфликтного регулирования между Арменией и Азербайджаном. Я хочу подчеркнуть, что Армения сразу приветствовала инициативу Сергея Викторовича встретиться здесь, в Душанбе, провести трехстороннюю встречу и пройтись, в принципе, по всем пунктам повестки и по проблематичным вопросам.